Разнообразие поля боя – это грядущее новое событие в Mobile Legends Bang Bang. В нем мы представим для голосования временные эффекты поля боя в рамках сезона. И каждый эффект будет добавлять или менять определенную механику. Например, эффект «Мощное окружение» позволит лорду призвать трех суперминьонов для пуша линии, что облегчит уничтожение вражеских башен и продвижение к базе. Эффект «Речной прилив» значительно продлит баф передвижения от речного течения и будет создавать течение до появления лорда и после его убийства, что ускорит перемещение по реке в средней и поздней игре. Эффект лечения башни позволит башням лечить ближайших союзных героев, что сократит простой в ранней игре и побудит к более агрессивной тактике. И это лишь верхушка айсберга. В будущем вас ждет еще больше временных эффектов поля боя. Следите за новостями. Сперва получите голоса, выполнив задание. Затем перейдите в интерфейс голосования и не забудьте получить награды. Самый популярный эффект на каждом этапе голосования будет внедрен в игру. Он будет отображаться в лобби рейтинга и на этапе запрета и выбора. Надеемся, что эти временные эффекты поля боя окажут влияние на привычный образ MLBV и предоставят игрокам новые впечатления во время сезона. Наслаждайтесь разнообразием поля боя!